разъемом на телевизоре и приставке. Включаем телевизор. С помощью пульта выбираем требуемый источник входного сигнала HDMI, AV или SCART. Затем заходим в настройки телевизора и выбираем пункт «Автопоиск телеканалов». Можно также произвести и ручную настройку. Поздравляем! Теперь и вы успешно перешли на цифру. Доступны на цифровых телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и на радиостанции «Радио России». Однако на цифровой формат вещания переходят только федеральные телеканалы. С приходом цифры местные каналы никуда не исчезнут. Они продолжат вещать в аналоговом формате. Вы можете смотреть местные аналоговые каналы вместе с 20 бесплатными федеральными цифровыми. Сделать это тоже довольно просто. Если ваш телевизор поддерживает формат ДВБТ2... Вход. Она ничего не придумывает, она никуда не собирается крутить, она просто бьет на силу. Тут важно руки вынести и плотно блок поставить. Что и сделали Наталья Гончарова и Ирина Фетисова. Ну да, я бы так вот на этом плане было хорошо. Май. Подключаем к приставке новую антенну, направленную в сторону ближайшей телебашни. Для просмотра местных и федеральных каналов нужно будет... И второй способ. Подключите всеволновую антенну к приставке. Подключите цифровую приставку к телевизору. Иной стилю вождения. G-Energy. Адаптация к любой ситуации. Отправляйте денежные переводы в приложении и на сайт. Соль и спайс. В квартирах аналогично, а вот в частном секторе возле леса на отшибе они будут производить от 50 килограмм в неделю. Сейчас вернусь. Давай, дядя Стэн, ответь. А, чем он занят? Меня не волнуют графы, простолюдины и его высочество Лайонел Корнуольской. Я больше тебя не боюсь, мама. Дочка, я тебе запрещаю. Остались вопросы? Звоните на... Дополнительную информацию можно получить и на нашем сайте. Смотри цифру.рф. Готов к действию с первой минуты. Помогает вздохнуть свободно. Африн. Мощное действие в эпицентре настрока. Каждый малыш с нарушением развития счастливым способен расти. Посмотрите. Конечно, путь к этому... Россия поэтапно переходит на цифровое телевидение. Если вы видите этот ролик, значит на этом канале трансляция в аналоговом формате прекращена. Максимально просто и быстро, вы узнаете. Это высокое качество изображения, помех и ряби. Это телевидение. Чем это закончилось? Класс! Но знаешь, что самое плохое во всем этом? Что эти два дурака выстояли, а мы с Леной тогда плакали. Скорее всего, у вас кабельное телевидение, за которое вы вносите ежемесячную абонентскую плату. Чудин, я их так обаяю! Они расставят, тебе еще скидку сделают. Братан, давай только ты без слов обоняй, потому что я сказал, что ты не...
раз настроить телевизор и приобрести необходимое приемное оборудование. Вы получите 20 бесплатных цифровых.